Evening, good Good morning, good morning, good afternoon. afternoon. Мы продолжаем с вами работать управлением политической системой. We continue working with the control work using political system. И сразу же входим в управление, воспринимаем действия души в бесконечность. And we start with the control work, we perceive work of our soul in the infinity level. По цели. Нормирование в коллективном сознании, восприятие божественной личности гробового Григория Петровича для обеспечения вечной жизни всем. With the goal of the control normalization in the collective consciousness, perception of persona of Григорий Грабовой for the assurance of eternal life for all. И вот мы находим в бесконечности сияние своей души, свет своей души, где все люди бесконечно развиты, то восприятие божественной личности гробового Григория Петровича. So we find this glow of our soul in the perception of Григорий Грабовой, and we find this glow in the infinity level, as well as in ourselves. Действие души в бесконечности сразу формирует сферу политического управления. У нас сразу сформирована сфера управления. And so work of the soul in the infinity level instantly creates the sphere of control. Где есть корневое решение для всей цивилизации. Where there is the root solution for the whole of entire civilization. Сияние вечной нормы. And glow of eternal norm. Ну, это, во-первых, само пришествие, да? Второе пришествие. Это можно воспринять, да, как вот источник числового ряда. Дата рождения гробового Григория Петровича — это же спасение, это корневое решение для мира и человечества. Well, first of all, the root solution for the whole of humanity is second coming. So you can work with the number sequence date of birth of Григорий Грабовой. И сразу же видим, как рождается волна политического управления, как она достигает каждого человека на планете его личным счастьем. Вот этот факт, да, второго пришествия, что спасение, в общем-то, спаситель с нами. So we see that the savior is with us. We see how this glow, this event is working for us as salvation. И вот это как система передачи информации. И именно по политическим линиям мы настраиваемся, видим, по политическим линиям вот это счастье достигает каждого человека. And we see that specifically via political channels, this happiness reaches persons. Потому что, понятно, спасение каждого. В осознании каждом божественной личности гробового Григория Петровича. And we know that salvation for each person is in the perception of each person individually, Григорий Грабовой as savior. И мы таким образом с вами применяем политическое управление, линии политического управления на планете для нормализации в коллективном сознании восприятия личности гробового Григория Петровича. Что? Непонятно здесь. И таким образом мы применяем политическое управление, линии политического управления для нормализации в коллективном сознании восприятия божественной личности гробового Григория Петровича. So we use the political channels
for this goal of the control, for normalization of perception of a divine personality of Grigory Grabovoi by humanity. Мы открываем дальше, вот уже сфера у нас определилась, управление, и корневое решение, и волна политического управления. И вот мы начинаем двигать нашу сферу. So we open up this control, we see it, how it is working, and we push this control to the area of realization. И открываем свет вечной нормы внутри законодательной системы Российской Федерации. And we open a glow of eternal norm inside of legal system of Russian Federation. Регистрация 17 марта 2006 года политической партии «Друг». And registration of a political party Druk on the 17th of March 2006. И по линиям политического управления мы создаем систему глобального оповещения о том, что путь спасения мира и человечества и каждого отдельно взятого человека изложен в программных пунктах политической партии Друг. And through these channels of political the informative systems, we inform the humanity about the charters of this political party Друг. Мы вот планету, где из бесконечности, как в маленькой ленте в центре планеты, этот свет раскрывается, корневое решение по политическим линиям расходится, мы все это продвигаем вперед. So from the level of realization, from the area of realization, light comes to the center of our control work, and in the center of this sphere of control, like inside of small lens, we see goal being realized. Information is distributed through the political channels in on the planet, and we keep pushing this control work to the area of realization. И куда мы ведем, да? К чему приводит наша политическая деятельность? К объединению всех стран мира для подписания договора о мирном решении конфликтных ситуаций. So we are pushing to the area of realization to ensure that all countries get together and sign treaty of peace. Для нейтрализации любого оружия. For neutralization of any type of weapons. Для снятия причин использования оружия. To remove any reasons to use weapons. Для вечного, созидательного и счастливого развития каждого человека. For eternal, creative and happy development of each person. И мы ведем свое управление и смотрим, а как в другой системе? В России, ну, к людям понятно, по политическим линиям доходит, да? А как в другой системе? Растительный мир, животный мир, другие объекты информации. Что соответствует такому понятию, как политика? And then we move further and see how does this expression politics affects other elements on the planet, like apart from humanity. It's clear with people, they are getting information through political informative systems. What about the other elements, which are, for example, plants and also animals? Вот мы ведем, да, видим, как по политическим линиям свет расходится, как создается волна политического управления, которая звучит сразу в бесконечности. Это мы таким уровнем смотрим, как это достигает, допустим, каждого конкретного человека, всех сразу. А теперь как бы параллельно еще смотрим,
что происходит объединение, интегрирование потоков информации всех других систем, растений, животных, такую структуру, как понятие политика у людей, сюда притягивается, как планеты, вот такое притяжение, свет идет от этих систем в эту структуру, политика. And then we observe that information, like channels from all these living creatures, also the plants, trees and grass and everything, the information from these elements is pulled into the system of politics, which is distributed to people. So it's like two being attracted to each other. То есть, когда мы ведем свое политическое управление, мы видим, что информация всего мира, значит, не только людей, да, начинает развиваться в структуру этого понятия политика. А у нас политика обеспечения вечной жизни всем. So we see that structures of whole world, elements of every all the elements on the planet are being saturated by this light of information that is distributed through political system, and on the bottom, bottom like a goal of the objective is to ensure eternal life for all. Ну, по своей цели, да, нормирование в коллективном сознании и восприятие божественной личности гробового Григория Петровича, ведем управление. And we have our goal of the control is normalization of perception of Grigory Grabovoi by each person on the planet. And so we keep pushing this control work. И мы видим и линии световые политического управления, по которым идет управление, и как бы еще поглубже смотрим в микромире, да, это между молекулами, между атомами, и тоже возникают тоже линии световые, которые касаются той волны, которую мы создаем по политике. So we see that information is going to the people through these political channels, and if we look deeper, if we look into the micro level, then we see how this light of this information is attracts also on a molecular level the other creatures from the planet. И вот между всеми молекулами, атомами, между на планете вот все, что находится, да, в выражении микромира, да, между ними происходит притяжение, похожее на притяжение между планетами. Они как бы все притягиваются к этому корню политического решения. So we see that all the molecules and atoms, everything on a micro level also being pulled to the center, to this root solution, which we identified. И мы так смотрим по всей глубине как бы структур планеты, чтобы удерживать, чтобы не было землетрясений, чтобы не было в природе никаких катаклизмов, чтобы все как бы к единому корню притягиваться, как притяжение между планетами к норме, чтобы планета, планету в целостности такой, она вся притянулась к норме, норма ее держит. Я имею в виду вся это, что внутри, да? So whole micro level is being pulled into the into this light glow of norm. So it's like all the planets being pulled to stabilize and normalize themselves, to keep the gravity level and the same structure we see inside on the micro level inside of the Earth. All the molecules being pulled together and they maintain themselves due to this glow of norm.
So this also works as prevention to some kind of earthquakes or other natural disasters. То есть мы реализуем в политическом управлении те законы развития, которые обусловлены Богом. So through this political system we realize those laws which are set by the divine creation. Эти законы в том, что человек имеет влияние на объекты информации, которые на Земле. Если политика агрессивна, это может быть влияние на эти объекты. Мы как бы уравновешиваем все политические системы своей, ну, политической идеи, все удерживаем в норме и продвигаем планету. So this means with this political idea we normalize everything on the planet and keep pushing forward the control area. То есть мы в своем управлении прослеживаем, да? Ну вот на поверхности планеты это люди, там растения, животные, у них открывается все счастье, которое двигает все внутри планеты, вот все структуры. Оказывается, политическое управление имеет влияние на все объекты, на все, что находится на Земле. И нам необходимо это контролировать. So we see that political control affects everything what is on the earth. So we need to keep the control over it. Все дадим. От политической сферы ведь может зависеть развязывание ядерной войны. Поэтому, когда возникла уже угроза ядерной войны, мы используем политическое управление для политического урегулирования возможного конфликта. So from the political system the military conflicts depend on. So we see that through this political system we work on regulation of any kind of military conflicts. При этом четко понимая, в чем корневое решение для всей цивилизации, в создании системы глобального оповещения, что путь спасения мира и человечества и каждого живого существа, он изложен в программных пунктах политической партии «Друг» в учении Григория Гробового. Поэтому нужно нормировать, да, фазу в коллективном сознании восприятие личности Григория Гробового. So the state of a perception of Grigory Grabovoi by the people needs to be normalized because the normalization of this perception works as as a salvation. It's a root solution for any kind of problem area. So this channel of communication via political system is highly important. Мы когда раскрываем из этого корня фазу нормального восприятия, то мы что раскрываем? Получается всеобщее воскрешение, радость вечной жизни, вот носители этой информации, да? Григорий Петрович. So, so the carrier of this information of salvation is Grigory Petrovich, and we by distributing this information through political channels, we're delivering this information of salvation.